В Санкт-Петербурге отметили 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в городе традиционно прошли памятные мероприятия. Почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. 900 дней и ночей героической обороны Невской твердыни стали беспримерным подвигом в истории человечества. За это время на северный город было выпущено 150 тысяч снарядов и сброшено 15 тысяч бомб. По данным Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград, число умерших от голода, холода и бомбежек составило 800 тысяч человек. У меня не было ни крошки, никаких продуктов. Я съел опилки, столярный клей. Я ходил сюда, на Бадаевские склады, ел землю. Но наступили времена, когда уже этого не стало. Я сидел на улице. Тогда было почти 40 градусов мороза в это же время. Проходили трое морских пехотинцев, потому что я у них увидел тельняшки на груди. Они случайно увидели меня сидящим на снегу на улице и спросили: «Что с тобой, парень?» Я сказал: «Не могу дойти до дома». «А мы тебя сейчас донесем до дома». Я говорю: «Дома у меня тоже никого нет». «Ну, и я не хочу умирать». Они переглянулись, взвалили меня на себя и перевезли меня в 136-ю гвардейскую дивизию генерал-майора Симоняка с полуострова Ханково. Благодаря трем пехотинцам Свет Тихвинский остался в живых. Он со своей семьей в 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в числе других пришел на Пискаревское мемориальное кладбище. Здесь, в память о том времени, в память о героях, о людях, состоялась церемония возложения венков и цветов. Цветы возлагали председатели епархиальных отделов, клирики храмов. Делегацию Санкт-Петербургской епархии возглавил епископ Царскосельский Маркел. Каждый день вспоминаем и всех православных христиан, вот всех почивших православных христиан, потому что у Бога все живы, и мы все братья, мы все едины во Христе, поэтому для нас нет различия, да, кто умер, кто не умер, вот, кто умер во время блокады или кто умер под Берлином, они все герои. Вот, это все люди, о которых мы молимся, все православные христиане, они все с нами, и мы за них всех молимся. На мемориальном кладбище в этот день и представители органов городской и областной власти, религиозных и общественных организаций, ветераны и жители блокадного Ленинграда, дети. Роман с младшей сестренкой, с мамой и папой тоже здесь. В их семье трепетно чтут память отцов и дедов. На нас напали фашисты, они защищали, боролись, не хотели отдавать Ленинград. И они сделали это. У меня участвовало три дедушки. Один дедушка выжил, другой пропал без вести, а другой умер. Мы не имеем права предавать эту память. Мы не должны быть Иваном, не помнящим родства. Если мы прервем это, то грош цена нам. Зачем тогда это все? Зачем был нужен их подвиг, если наши дети не будут помнить? Нельзя. Обязательно нужно рассказывать родителям в школе, в садиках. Это должно стать традицией, доброй, хорошей традицией. Чтить память, не забывать, помнить о наших корнях. В этот день торжественные мероприятия, памятные акции, культурные и спортивные события, приуроченные к столь значимой для каждого петербуржца даты, прошли во многих местах. Возложение цветов состоялось также на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском, Воинском кладбищах, на Площади Победы, на мемориале «Красная Слобода» и на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.